компания ООО «Кадрлайн». К нам за помощью обратилась компания ООО «Специальные проекты машиностроения». Вид деятельности – это научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Компания специализируется на исследованиях и разработке в области физики, инженерии, науки о жизни. Деятельность ООО «Специальные проекты машиностроения» требует регулярных поставок расходных материалов. Доработки программного продукта, один из комплексной автоматизации, были направлены на отношения с поставщиками, закупка материалов, доставка и оплата. Модернизацией занялась наша компания «Кадрлайн». Разработчик изучил взаимодействие с поставщиками и предложил ряд эффективных доработок на базе 1С комплексной автоматизации. Разработали новый функционал для подготовки заказов производителям расходных материалов с учетом логистики. Выбор поставщика материалов, исходя из наших потребностей. Утверждение тары и упаковки на основании требований безопасности. Определение вида транспорта в зависимости от срочности заказа. Внедрили собственный расчет доставки материала по разным перевозчикам. Загрузка актуальных тарифов транспортных компаний. Автотранспорт, железная дорога. Оптимизировали построение маршрута доставки груза с учетом инфраструктуры. Обработка перевозочных документов и счетов на оплату услуг перевозчика. Автоматизировали процесс приема заказа и сверки наличия материалов по накладной с помощью дополнительного оборудования. Компьютер, сканер, штрих-код. Расшифровали инструменты 1С онлайн оплата счетов поставщиков после проверки материалов и выгрузки на склад. Менеджер переводит деньги на банковский счет с указанием деталей сделки по документам 1С. Компания ООО «Специальные проекты машиностроения» выражает нам благодарность за улучшенное отношение с поставщиками через функционал 1С комплексной автоматизации.